Всем привет на моем 130-м стриме. Сегодня мы продолжаем проходить игру Wings of V. Это уже пятая часть. Так. Странно, почему у меня заглушка в ОБС перескакивает? Не понял. Что за баг? Секунду, технические проблемы сразу же. Такое ощущение, что у меня кнопка вверх залипает. Видишь? У меня само переключается. Сейчас. Главное только, что все хорошо было. Что изменилось, я не понял. А если игру закрыть? А, без игры все нормально. Этот поворот. Не понял, что, какой-то новый троллинг от Солгрина, что ли? Все нормально. А, только запустил игру, уже багулина, которая, блин, вообще. Ладно. Вроде обошлось. Итак, Wings of V уже часть версии 1.07. Опять новый патч какой-то вышел. Так, вот мой сейф. Ага, ну да, я ж тут до босса дошел. Давайте-ка немножко. Я думаю, поставим более такой стандартный вид для V. Ну, шарфик, ладно, можно оставить, я думаю. Единственное. А, еще вот тейл. Но... Так, я уже, если честно, атаки этого босса практически забыл. Сейчас буду вспоминать. А, вот, ну это я помню. Только я не помню, как от этого уходить. Здесь вообще фиг упадешь на эти платформы. Так, дропы. Не понял. Откуда дропы там взялись? Как я мог на это попасться? Ну серьезно, ну. Ну давай где-нибудь здесь платформочку, ну. А, и камни эти. Так, что-то дропы сильные довольно. Что с кибергеймом?
Ладно, поставлю битрейт поменьше. Тогда придется стоп-старт сделать. Стоп, и для понижения битрейта не обязательно стоп-старт делать, что-то я уже забыл. В принципе, он же переменный. Сейчас посмотрим, будет ли превышать. А, я вспомнил, она первую атаку делает всегда одинаковую. Что за молния? Блин, вообще забыл. А это что? Это я один раз видел, помню, но не помню, что тут. Как от этого уходить и что делать. А как что с этим делать-то нужно? Блин, офигеть. Ржет, летает, блин. Я об саму эту платформу ударился. Что-то как-то вообще плохо получилось. Да и это не слишком удачно. Ибо под огоньки попал. Ладно. Ну ладно, раз уж потянуло, надо побить. Опять камни. Я фиг знает, что с этим лучом делать тут вообще. Да его же переждать невозможно, а что? Я должен был... Может, него надо бить как-то? Вообще непонятно. Пока не так уж и плохо. Точнее, вообще отлично пока что идет. Без урона. Ну, первый урон. Но зачем я вот это задел? Это было лишнее явно. Да фиг там, вообще непонятно, что с этим делать. Может подкат... Да нет, ну под... при подкате же никого нету бессмертия, так что подкат по-любому тоже будет урон. Thank you.
очень неудачно это. Привет, скотч виски. А, под ней во время этой атаки? Под ней. Нормальная мысль. Попробую. Дойти только надо. Блин, на конек помешал. Эх ты ж, я думал уже успеет появиться эта платформочка эта. Под ней, да... Встал под ней, блин. Нет, вон она бьет прям под себя, нормально вообще. Вон она под себя сейчас ударила. Не вариант. Да охренеть, как я должен был до туда запрыгнуть, ну, в принципе. Блин, походу надо как можно дольше уворачиваться, то есть нужно понемногу очень идти, медленно идти. Ага, злее стало. Эх ты ж, оставил сколько? 3,5. Да-да-да, я уже понял. Нужно как можно дольше уклоняться, то есть по чуть-чуть отходить, да? В принципе. Эта атака уже не нова. Ну вообще так, выиграл. Эх ты ж, ну чуть-чуть что-то я спаховал. Не, на усиленных вот этих льдышках там просто нужно еще это крылья использовать. И нормально будет. То есть как раз таки можно успевать две перепрыгнуть. Блин, прям на огонек стал. Да и еще раз. А, так она идет всегда с одинаковой скоростью, просто нужно начинать левее, да? Блин, еще эти огоньки мешают просто. Ну, опять огоньки помешают. Ветер.
лопаются. Вообще не попал ни на одну платформу. Опять огоньки сейчас помешают. Эх, ну теперь я слишком медленно шел. Да как я не попал в этот промежуток-то? Вроде же прям это довольно-таки просто было. Не, ну что это такое? На первой же атаке, блин, половину потерял. А, я перепутал что-то с платформочками. Опять мне с огоньками с этими идти. Ты видел, за что это уже исчезнет. Зря букву, конечно, тут не надо. Загоняться. Что радует, так это то, что об нее саму урон я не получаю. И это логично, ну потому что, блин, что, она шипастая, что ли, чтобы об нее урон еще получать? Ну блин. Об огонь лучше, конечно, чем об эту шнягу, но... По-моему, столько же, кстати, осталось, сколько в прошлый раз, когда до сюда дошел. Блин, попал. Зачем стоял бы на месте и все было бы хорошо? Я что-то думал, что огоньки уже погасли, блин.
Блин, их три. Черт, я не успел просто подготовиться к этой фазе. Опять же, из-за огоньков. Но уже чаще стал туда доходить. Я думаю, пройти дело времени. Если там, конечно, нет еще каких-то атак новых усиленных. Потому что, в отличие от предыдущих боссов, она раньше усиляется. И как бы есть такая мысль, что, может быть, она два раза усиляет атаки. Хотя, куда там еще усиляет? Да хотя всегда есть куда. Че? Тем более Солгрину-то что стоит. Да офигеть. Конечно, очень мало у меня остается к тому моменту. Тут вообще, по идее, надо без урона почти все атаки проходить. Ну, или с минимальным. Ну, вот это вот... Что-то с платформочками далеко не всегда удается. О, что-то она прохалявила с этим ветром. Без огоньков-то мне это вообще яло. Не понял. А чё она так как-то агрессивно пускала их в этот раз? И опять у меня здоровья вообще нет. Мне кажется, я даже не доживу, да, до второй этой стадии. Ну, до черепов дожил. Привет, Снап, только вблизи. Автоматически она сама определяет, нужно шары пускать или рубить. Ну там не совсем меч, конечно, но я понял тебя. Ну, Снап, насчет Кузайщины, ты, блин, поиграй на демон моде, там еще и с думит модом включенным. Я посмотрю, как там будет Кузайщина. У нее атаки, во-первых, будут сильнее, я не знаю, причем в чем это будет выражаться, но они будут сильнее. Не по урону, а то есть какие-то фишки будут другие в атак. Вот, у всех врагов. И ты будешь умирать с одного этого удара. Ну и, разумеется, сейвов будет меньше. А я-то казуальный игрок, разумеется. Че, дурак что ли на демон моде играть? Блин, ну тут зажмет сейчас она, пипец как.
Да, ну офигеть, блин. Интересно, что тут нового? Ничего. Электричество точно такая же атака. Как и вот эти огоньки и ветер. Не изменились. Вот это изменилось. Так, раз, два, летим. Раз, два, летим. Опять черепа. Камни. Жесть какая-то, блин. Боже, ты прошел. Ну, блин. Это, кстати, тут, кстати, жестче, чем в Боше на демон моде из-за врагов на уровне. Понимаешь, в Боше ты просто, блин, как бы, ну, микришь просто вот по всяким там шипам и так далее, да, тебе как бы все статично абсолютно. А тут, блин, тебе эти враги вот эти назойливые на уровне, они пипец как сложно, блин, без урона их. Так нету хп на думит мод. Нету хп на думит мод. Ты умираешь с одного удара. От любого врага на уровне. И от босса там. Так же, как любое там айвание. Ну, а здесь, да, ну я же говорю, ну я-то же казуальный игрок. Тут раз я вообще офигенно прошел, я на второй стадии был почти с полным здоровьем. И мне это даже не помогло. Нет, на харде нужно проходить не тогда, когда слишком легкая игра, ну хотя это тоже, да? А тогда, когда она тебя заинтересовала. Например, почему я хочу больше на хардоне пройти, да? Не потому что там она слишком простая на тот или average. Ну, а потому что мне игра понравилась. Я хочу ее пройти на хардоне. Вот, например, I Wanna Be The Guy, да, когда я допройду, я его не собираюсь перепроходить на какой бы то ни было другой там сложности и так далее. Потому что она, ну, как бы так, ну, на один раз сойдет, но не более того. Блин, а погонёк задел. Да что ж такое? Два раза об череп задел, ну это вообще удаляй. Думал, опять об черепа задел, задел об огонь, ну что это? По-моему, не успею, а. Я не знаю, как от этих пузырьков уходить вот, на усложненный режиме. Хотя, вроде можно было, я же почти сейчас успел.
Ага. Опять черепа. Ну появись ты где-нибудь здесь, платформочка. Ну, офигеть, блин, кстати, рекорд. Меньше трех оставил. Привет, Картофан. Ну, я лично играю на харде, когда игра слишком уж простая на нормале. Ну, это, я же сказал, это два аспекта, да. Первое, это как, ну, то, что ты, если она слишком уж простая на нормале, и, ну, как бы, есть смысл пройти на харде, то да. Но, как бы, если игра не очень, то смысла нету. А, чем, по-моему, чем я быстрее иду вправо, тем быстрее луч за мной идет, и, соответственно, потом я не успею. Не успею, короче. Ну ты понял, заденет он меня, пофигу даже, что я буду летать там. Но могу, в принципе, затестить, но, блин, тратить целую попытку из-за этого. Ну хорошо, попробую сейчас. Привет, Найтвики. Че, вы там закончили, что ли, играть? То есть она-то. Да что, что меня зажала платформа, ну охренеть, блин. То есть она-то под себя пускает изначально этот луч, но другое дело, с какой скоростью он идет ко мне. По-моему, он. Эта скорость напрямую зависит. Ладно, все равно неудачная попытка. Да вообще не дошел. А насчет, если игра не очень, не игра в принципе, ну это такие обстоятельства, смотрю. Ну, то есть, разные же бывают причины играть в игру. Например, вот, ну первое, что в голову пришло, этот Mexican Runner, это, да, он же, у него челлендж пройти все игры на NES, вообще все. Ну, соответственно, я думаю, вряд ли ему все игры нравятся, да, но он их все равно будет играть. Ну это лишь так просто пришло в голову, но на самом деле много может быть причин. Короче, не знал, что там делать. Ладно, тестирую эту тактику, смотри. Ну вот, я же сказал, что есть разница. Я понимаю, что он знал, на что идет, но просто говорю, что не всегда, когда игра не нравится, в нее не надо играть. По-разному бывает. Может, я вообще там проспорил кому-нибудь еще что-нибудь такое там. Или вон как этот домино зареквестили, и ну все, короче. Да блин, ну что за это? Застревоны под платформами. Это уныло. Ну понятно, я с двумя хп, блин, по-любому пройду. Тут слишком медленно шел. Нельзя. Показываю настройки. Ну вот, собственно. А, кстати, почему мне не отображаются эти? Ну, собственно, по-моему, все настройки. Правда, не знаю, что такое контроллер Rumble. А там написано, кстати. А, Rumble Future. Не знаю, что. А, это вибрация, что ли, да? Но у меня-то все равно геймпад без вибрации.
Нет, управление. Я же на геймпаде играю, управление можно сменить. Причем геймпад прям самой игрой поддерживается, а не какими-нибудь там левыми прогами. А зачем тебе менять? Я просто не понимаю, какую ты тактику выберешь, если можно будет вручную управлять. Ты будешь бить ближним ударом издалека, не нанося урона? Или ты будешь вблизи стрелять, что наносит очень мало урона, потому что это слабые вот эти шарики, они слабые. То есть смысла нету. Блин, придется отсюда начинать. Что такое? Блин, не успел немножко. Теперь все сбилось со тактикой, и фиг его знает, что делать. Так, черепа уже. Ага, огни пропали, отлично. Хрен знает, как от этих, блин, уходить шариков вот в усиленный. Ну, я не понимаю. А, обязательно об огонь надо удариться, естественно. И об эти. Ну, идеально. Привет, Ксенрир, а зачем тебе читать? Ну, если ты развернешь на весь экран, то чатик нормально читается. А как бы, если ты в окне, то зачем тебе читать чатик с видео? Читай чатик с чатика. А, сюжет, ну, блин, сюжет, короче, вот, есть ангелы, есть люди, есть демоны. Люди заковали, как вроде я так понял, какого-то офигенского демона в, ну, типа, поймали и заковали в эту, ну, типа, в тюрьму, да, какую-то магическую. Ангелы его охраняли. В итоге он вырвался каким-то образом, и теперь эти ангелы, ну, его идут решать, потому что этот демон обещает порешать всех остальных. Ну, короче, в принципе, сюжет такой довольно банальный, но, в принципе, а что тут еще надо-то? Снап, нормальная тактика у меня. Ну, не везде я, конечно же, ее. Не везде я понял тактику, но я вообще-то стараюсь какую-то использовать тактику. Ну ладно. Ладно, немножко увеличу. А, так он еще и заезжает на смерти, я как-то об этом не подумал. Ну, где самое ненужное место? Здесь, что ли? Что за линк? Ну, я-то вижу, как выглядит. Я же могу ОБС развернуть. Правда, тут у меня-то оно с хорошим качеством, а у вас еще и битрейт, видимо, подхрамывает. Хотя битрейт сейчас 1400.
Я просто подумал, что ну как-то, блин, все-таки не очень смотрится, когда 16 на 9 игра, и вот в, как бы в окошке и чатик рядом. Ну, блин, тупо черного места куча. Как-то все-таки это не очень. Ну это уже понятно, попытка провальная. Но буду пытаться. Да что ж такое-то? Там на одном месте появляется платформа, лол. Все, сейчас черепа добудут. Из-за того, что я не хотел идти направо из-за черепов и, ну, короче. Ой, это не очень. А тут фиг знает, как было вырулить. Упал. Упал. Да что я об огонь-то задел сейчас-то? Чуть обледышку не задел. А фиг знает, как там было увернуться. Хотя я почти увернулся. Опять не в фазу попал. Ты Салгрина убил? В смысле в тайм-машин, да? Просто ты еще одного Салгрина не убил. Ну, вообще ништяк. Чё, там было ещё что-то после той этой? Ну, вот после второй стадии, или это всё? Я последнее, что видел, это... Так, Мегамен. Да, Мегамен, по-моему, опускался, да? Не, после Мегамена были ещё капельки, да? А потом... Бомбермен. А дальше вот я не помню. Короче, вообще что-то надо удалять это. Прогресса пока как-то вообще не наблюдается, если честно. Вначале казалось, что он есть, но... Я же видел, Градиус, да, видел Градиус, и ты там слился вообще очень близко к концу, там такой ядрицкий Градиус в конце, с этими мечами летающими, все-все-все вспомнил. Ну норм вообще, зарешал, что там, это еще не конец игры, да? То есть я так понимаю, это же был, ну, как бы сюжетный босс, а не как бы секретка. То есть его по-любому надо валить. Еле успел.
хорош на свои огоньки эти напарываться. Пожалуй, камни самая, наверное, нелюбимая все-таки атака, потому что от нее самое неудобно уворачиваться. Ну, конечно, платформочки тоже доставляют, но как-то вот камни, мне кажется, все-таки для меня самая нелюбимая. Да, что же я перепутал кнопки-то? Блин, хрен знает, что-то как в таком слишком близком расстоянии я не привык. 3 хп, да, осталось. Ну блин, Картофан, стримишь там, блин, глубокой ночью. Я, блин, не могу смотреть. Типа, тайм-машина расслабляет лучше, чем сон? Я не знаю, причина, что так стримить ночью. Ну блин, это, короче, сразу, блин. Блин, задел. А, опять камни. Что я сейчас сделал, вообще непонятно. Что-то не то, что нужно было сделать. Здесь вообще зафейлено. А, еще не черепа, я что-то уже думал. Конечно, огоньки надо разбросать, потом черепа. Ну идеально просто. Камни, ну блин. Камни без урона редко проходятся. А вот это вообще ни разу еще не прошла без урона, вот на усиленный. Так, ну ветер-то она-то изичная. Так, черепа 2. Ну. Пишет там, когда я стримлю, ну, блин, что-то так получается, да. Да как можно два раза на огоньки попасть на этой, блин, фазе? Последний камешек ты меня четко прилетел. Чуть мне кажется, сейчас не успею. Нет, как раз.
О, впервые без урона я прошел, но это из-за того, что еще огоньков не было. Понятно. Как удачно она появилась. Так. Ну хотя бы здоровья много осталось еще. По-моему, сейчас заденет. Да. Не, ну ваншотает сюда. Давай с на подачу. Нафиг я поторопился. Ой, жесть вообще. Днина. Оп. Внезапно. Ну не об камень, так об огонь, разумеется. Не понял, а получил урон что ли? Да ну нафиг. На этой фазе. Этого не стоило делать. И тут надо было все-таки как-то постараться выметить. Ой, плохая фаза. Да. Ну опять я просто врезался в платформу. Не знаю, надо, наверное, все-таки не рестартить, а пытаться до конца. Ну потому что, блин, просто на таком изи чит, не получая урон, ну это пипец как-то не очень совсем. Ну это что было? А, попозже. Я уже забыл, что это усиленно. Сейчас посмотрю. А, это видео недоступно.
Ну мне так пишет Контрафан. Нахрена я на этой фазе, блин, урон получаю. Ой, плохая шняга. Один только урон получил. Ой-ой-ой-ой, плохо-плохо. Ладно. Не знаю, пишет недоступно, ну что я сделаю? Может быть там доступ такой вот у тебя там? Хотя нет, тогда пишет по-моему обычно, что пользователь ограничил там, да? А тут именно пишет недоступно. Хрен его знает, что за шняга там. Может это Роскомнадзор это заблочил? Да ладно, из-за этого? В смысле, а как это может влиять? Ну сейчас я тогда попробую. А чё я попробую-то? А, ну со СК2 ТВ прям скопирую. Хотя я не понимаю, какая разница. Все равно не понимаю, какая разница. Ссылка, она есть, ссылка. Какая разница, откуда ее нажали? А, победная попытка. Ну я потом-то посмотрю. Оставлю себе в вкладках. На 18+. Да ну. Да опять застрял. Этот босс меня уже час парит. И пока я бы не сказал, что я близок к победе, прям как-то катастрофически. Надо понять, как эти, блин, шарики синие на усиленной фазе микрить. В принципе, все, кроме шариков, понятно. Ну, просто как бы не всегда получается, но понятно. Да что же она не успела появиться? И это не успело появиться. Да, с пол хп, короче, я на вторую стадию перехожу. Ну, удачи, что называется. Ага, и как раз-таки самая лучшая фаза выпала. Не, ну, в принципе, если переживать все фазы без урона, кроме шариков, то я пройду, но... Это же не случится.
5 на электричестве урон получил, потому что погнался за уроном боссу. Еще одна попытка, ни о чем, да. Опять же сейчас урон получил, потому что хотел дамажить зачем-то. Не успел. Не, надо прекращать, короче, с уроном гнаться, надо научиться просто проходить атаки и все. Тогда можно будет урон наносить потихонечку. Так, ну это я, в принципе, и так умею. Ветер, если забыть про нанесение урона, то, ну, вообще, в принципе, не представляет никакой угрозы. Платформочки просто как на рандоме, смотря. Огоньки, ну бывает иногда, попадаюсь. Вот это вот плохо, когда она, блин, прям под, надо мной появляется, и что я сделаю? Камни, ну тут надо с края экрана начинать, и тогда как бы мне не придется уворачиваться от них. Ну тут мне огоньки затроллили. Черепа, понятно. Ну опять же ветер. Зачем я погнался вот опять, да? Думал, успею отойти влево. Уже 68 смертей на ней. Ну, в принципе, это не так уж много-то. Если сравнивать с больше тем же. Здесь почему-то они ощущаются как-то больше, наверное, потому что... Скорее всего, из-за того, что здесь долго каждая попытка длится. Даже если это одни из первых попыток. А в боссе, как правило, первые попытки на боссах это просто смерть, 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 смерть и все. Вообще в айванах там в большинстве. Как мог попасть на это? Плохо, конечно, сейчас. Ладно, успел вроде.
От чего я сейчас оттолкнулся, я не очень понял, если честно. Ну ладно. Оттолкнулся и оттолкнулся. Мне это норм. Да ну как? Блин. А сейчас обо что задел? Огонек, что ли, какой-то очередной? И тут меня огоньки затроллили. Просто уворачиваюсь. Так, обычное электричество. Да жесть! Да какого, блин? Там вообще ничего не мешало, да практически ни огни, ничего. Блин, еще бледышку задел головой. До хрена урона нанес. Пришлось об огонек, иначе было бы печально. Ну хорош, ну что за затраливание, пипец. Ну да, на огонек надо было ставить. Три хп оставил. До полтора. Ну давай черепа уже. Нет, камни. Ну камни, значит камни. Совсем без урона пока еще ни разу не вышло. До второй. Но в принципе с минимальным вот сейчас.
начали по 2, у меня уже хп все нет. Не подфартили платформочки, блин, у нее осталось меньше одного. Ну, короче, нарандомить можно при желании. Да что ж, ну... Мне кажется, не всегда реально успеть до всех платформочек. Ну, учитывая, что это заранее не знаешь. Не уверен, что там прям всегда можно не упасть. Ну. Потому что пока, блин, долетишь, они исчезают. Ну, в общем, не знаю. Может, я краб, конечно. Теперь уже буду рестартить часто, но если слишком плохо началось, потому что, ну блин, доходить с половиной до второй стадии уже, похоже, нет смысла. Короче, вот еще одно сейчас повреждение до второй стадии. Вот три урона, если получаю, рестарчу до черепов. Точнее, даже не до черепов. Ну ладно, до черепов, да. Один урон тут получил. Да, эй, что за лаг был? Ну это офигеть, блин. Оно лагнуло и, честно говоря, это сбило. Неплохо, довольно. Ой, хреновая. Так, третья. Ну ладно, поторопился, короче, опять. Ну, блин, потому что там остается чуть-чуть, и как бы фаза ветра такая, что на ней, если она близко стоит, можно урон нанести. Довольно нормальный. И как бы, конечно, тяжело не пожадничать. Потому что там выпали бы какие-нибудь шарики, блин, и ну, уже как бы... Чарка была бы. Так, я уже 2 урона, что ли, получил. Ну тут рестарт равносилен смерти, но я просто время экономлю.
Да печалька, ну. Я просто не мог ни на одну платформу попасть. А мне совсем как-то неудобно выпали. Вот, другое дело. Не заметил, что она выпустила, блин, эти синие. Да хрен знает, как, что там было вообще делать. Как бы если я всегда брать идеальный случай, когда я стою далеко и как бы заранее вижу, что она выпустит эти фиолетовые свои штуки, то даже когда три там, в принципе, я знаю, как можно размиклить. Но, блин, когда это бывает в рандомной ситуации, в рандомном там положении, еще и неожиданно, то просто там уже все сбивается, и я хрен его знает, что с этим делать. Уже много урона получил. Зачем я пошел? Ну ладно, продолжим. Ну, ладно, все равно, блин, это уж фейл. А, сейчас, по-моему, она не успеет еще. Да. Ну, повезло, вот. А ветер без огня, это, блин, самая офигенская атака. Просто мочи, стой, и все. Я уже и забыл, сколько там урона. Стою, блин, фармлю. Урон, причем этот лазер-то сильнее урон наносит. Так, черепа. Давай тут что-нибудь, ну. Пипец.
Аметист. Что это? Оп, запрыгнул. Успел. Да куда уже с таким уроном идти? Ну, блин. Вроде начало было неплохое, а потом все испортили. Ну что это? Не знаю, что я сейчас сделал. Ладно, попробуем. Хотя, блин, столько урона получил, ну пофиг. Надо же эти атаки усиленные тоже тренить. Понятно, попробовал. Офигенно попробовал. Повезло, что закончилось уже. Ну вот, в принципе, нормально сейчас, неплохо. Только один раз урон от электричества получил, причем атака легкая, блин, не знаю, что я на ней урон получаю. По идее, должна быть одна из атак халявного урона, когда просто, ну, тебе ничего не наносит, а ты наносишь нормально. Блин, вот опять затупил. Зачем я пошел в сторону? Ну, удаляй. Черепа 2. Чуть подфартило с огоньками. Ах, у нее один хп осталось. Фух, чё, победил? Ништяк. Ты действительно думаешь, что я позволю тебе победить меня? Скажи это своим этим, как их... Забыл, прейтом... верующий, что ли? Или молитва, забыл, что-то такое, да? Ангел. Ну, короче, вы поняли. Остановись. Ви, ты в порядке? Кто? Твоя подруга Руби рассказала мне все.
Фиола это фея, которая помогла нам захватить Джохоула. И мастер это как-то по-русски-то в этом контексте сказать. Учитель, да? Ее учитель. Вот Аркен, я не знаю, как переводится. Ну, что-то, короче, пытается учить наших людей. Но только Амесист, моя сестра, была способна учиться. Это вот кого я победил сейчас. Типа в связи с тем, да, что она потеряла ее крылья при рождении. Учитель тайны. Привет, Ксипе. А, учитель тайны, а, я понял. Она чувствовала. Типа изгоем, да, или что? Аметист, ну да. И убежала из королевства в юном возрасте. Фиола и я встретились в деревне. Она типа получила послание, да, от Иры из нашего. О том, что наше королевство было в опасности. Ну, возможно, я сильно не точно перевожу, но как могу, опять же. Мы услышали все вот это commotion, не знаю. Призывы, да, наверное. И пришли. Ну, так быстро, как мы можем. А? Что случилось? Фиола? Это ты? Вот это вот possessed, это, по-моему, это, типа, ну, кто-то ей управлял, да? Вот не помню, как это слово дословно, но, то есть, типа, тобой управляли, и ты пыталась убить Ви. Руби, ты и Аметист должны вернуться в деревню. Помоги ей вернуть свои воспоминания, она может быть полезной. Типа в нахождении логова демона, да? Вот так, короче. Я пытаюсь найти Иру и помочь ей. Ты не расскажешь ей все, что. Что все. Что это было просто твоей ошибкой. Ты ведь не скажешь, что это было просто твоей ошибкой. Нет, давай это будет нашим маленьким секретом. Ну, мы встретимся снова, Ви. Тил, не знаю, что такое. Фух. Нормально, на босса так протратился. Сколько там было? Где-то около 90 смертей. Так, я что? Я вернуться, да, должен.
Ви, быстрее сюда. Сейчас, подожди, мне тут новые перышки, может, дойдут, нет? А, так она сюда и зовет. Ви, мы ждали тебя. Мои воспоминания вернулись. Я вспомнила логово демона, которое располагается глубоко под землей. Квит, не помню. Ну, типа, наверное, вход, да? Возможно, в глубинах грота Синистер. Демоны запечатали вход. Так. Till до тех пор как? Например, till now, до настоящего момента. А. Ну ладно, я правда забыл, там уже какой контекст был, но я понял. Запечатали вход магическим барьером и гигантским plant-like. Типа растительным, что ли, да? Я не понял, plant это созданием защищающим. Я могу сломать барьер, и если мы сможем пройти сквозь защитника как-нибудь. Задержка минимальная в кибергейме, ну и, наверное, в стиме. То есть, я так понимаю, мне опять в грот надо возвращаться? Ну, я так думаю, что да. А чё я тут не видал? Так, тут я точно был. Ой. Букашки. Ага. Меня это убивает. Ну, я так понимаю, туда надо идти. Я чуть не понял, почему я раньше там не мог пройти. Угу, так и подумал. Ну что, начинается мигрения и все такое. Я должен был успеть? Ну не, ну... Интересно, секретка снизу или справа? Ну по-любому же один из путей это секретка. Но странно, это же там надо прям идеально успеть, получается. То есть нужно вообще не тормозить там. Я думал, просто мне нужно только один этот барьер проскочить, а там оказывается два. Ну вот, уже затормозил, да.
О, найден мухомор. И что? А, ну вот я вернулся сюда же. Ну, видимо, мухомор это было то, ради чего я туда шел. Ничего себе, какой-то опасный этот летун-то. Так, план действий. Значит, ударяю. Прыг. Полет крыльями и должен попасть в тот щиток сверху и еще прыг. Так, надо запомнить. Прыг, полет, прыг. Прыг, полет, прыг. Вроде получилось. Нет, не в тени, ничего такого. Да блин. Бентлак, вот, похоже на растение. Ну я так и думал, похоже на растение. Не, наоборот, это плюс. Спасибо. Я так и думал, что похоже на растение, но не был уверен. На... Так, а в чем тут такой подвох-то вроде? А. Блин, надо нормально запрыгивать. Понятно, в чем подвох. Да, все-таки там довольно-таки скорость. Ну. Тайминг, короче. Может обычным способом получится, ну просто так, так, так. Не. Стоп, а мне кажется, там можно перепрыгнуть без крыльев. Потому что крылья же очень затормаживают. Надо попробовать. А, да, можно без крыльев перепрыгнуть. Правда, нужно довольно аккуратным быть. Ну почти же, блин, совсем чуть-чуть. Да там надо вставать на этот камешек, по-моему, по-любому. Оп.
Так, что это за мины? Блин. Я так и не понял, я в этой воде могу бесконечно прыгать или как обычно? Ну, потому что раньше я в воде тонул. Да, так они же только из-за 5-го патча пропали. Сейчас уже, кстати, 7-й патч вышел. Не успевают-то. Блин, какое-то дурацкое место. Ну, в смысле, если после него был бы сейф, то нормально. Ну, я представляю, какая тут боль на этом Doomed мод. То есть я вот каждый раз буду погибать на вот этом летуне, потому что, да, первого урона погибаю. Допустим, не умер. Так не успел туда, умер об этот лазер или об шипы. А не умер об лазер или шипы, так умер об паука. Сколько там с тысячной попытки получилось паука этого размиклить, так потом, блин, в воде там умер. Это жесть какая-то. Блин. Ну ладно, это вроде довольно легко без урона размикивать летуна. Просто я не стараюсь обычно. Ну и то, вот сейчас получил урон. Да что же я не успеваю, ну капец. Как я с утра успел? Я вообще не понял. Я же вроде так точно так же прыгал. А, одним прыжком можно перепрыгнуть. Вот, блин. Да, прыжки заканчиваются. Печально. Прыжок довольно быть довольно точный должен быть там.
Но подкат, я думаю, все-таки нужен. Да что ж такое, меня паук чуть не убил. Так, что-то послал прочее. Да опять меня паук чуть не убил. Ну, конечно, ничуть не убил, но, блин, потратил до хрена. Так, интересно. А внизу никаких секреток нету. Так, ну зато я увидел, что там секреток нету. Зря там, по-моему, секретка, да, была наверху. Ладно. Не судьба, значит. Что за жесть? Вообще не понял. Да как там, блин, это сделать-то? Это, во-первых, жутко неудобно на клавишах. Пошло Фармилово. Ах, что за фигня? По-моему, случайно рестарт нажал. Еще успеть надо. Лола, как там так успеть? Это не слишком, блин, нереально. Или нужно с этого верхнего уступа в прыжке еще раз этот щиток убить?
Я в кнопках путаюсь. А на него встать нельзя? Нет. Не, ну успеть так нереально. Это по-любому надо его второй раз активировать. Чуть-чуть, блин. Да. Да что ж такое? Вообще там какие-то миллиметры. Да жесть. Я не понимаю, как там успеть. Сейчас-то я уже по-любому все правильно делаю. Ну, по крайней мере, в том плане, что отключаю. Здесь по-любому два подката и прыжок. А как еще тут по-другому не пройти? И где я там задерживаюсь слишком долго, не понимаю. Где тут можно быстрее пройти? Это что было сейчас? Да блин, он, ну как бы тяжело, наискосок пускает, блин. Ну это вообще удаляй. Да что ж такое? Да, блин, наконец-то. Только не умри теперь. Тут еще сейва нету, ну охренеть вообще. Не понятно, куда лететь, налево или направо. Ну ладно, туда и туда можно. Сейв вот тут был бы на изике. И что внизу? Так, ну вроде живой пока. Блин, может и убить. Да охренеть их сколько тут. Блин, ну я хотел проскочить, а как? Да что за... Да что такое, ну? Да... Да удались.
все кнопки перепутал, просто все кнопки перепутал. Стрельба, блин, А, крылья С, прыжок Б, ну это так условно, если как я привык, если как Сега, да. Блин, подкат вниз С, стрельнуть вниз, вниз А, и в итоге, блин, пипец какой-то. Геймпадный ад. Хотя на клавиатуре, думаю, было бы даже хуже. Не зря же я геймпад-то взял. Ну, там идеальный тайминг нужен. Да я уже 150 смертей нафармил. Не, ну в принципе настраивать, конечно, но... Я-то ни с кем не соревнуюсь вроде, но как-то, блин, все равно странно, такого не было до этого. Ну, усложняется играть, что-то сказать-то. Я думаю, там в конце будет вообще такое, что... Охренеть. Почему он не выстрелил вниз? Все тут пофиг, погиб или рестарт. То есть, грубо говоря, тут рестарта нет, тут есть суицид. Интересно, только я здесь мучаюсь на этом моменте? Ну, просто такое бывает, да? Что как бы одним просто, другим тяжело. Да почему не стреляет нормально? Да какой полет? Да что за фарминг такой? Я даже почти не пытаюсь вот здесь пройти, потому что я тупо там не могу попасть. Раз, блин, в 20 смертей попадаю. Так как я тогда успел? Сейчас мне кажется вообще нереальным. Ну, сейчас... То есть нужно пустил и сразу подкат. Прям сразу подкат. Только пустил этот шарик вниз и сразу подкат. Через, блин, миллисекунду. Причем же надо пустить его вниз. Не в бок, блин, не наискосок. Вот уже не успею. Потому что, блин, я видел, что там чуть-чуть полетел. Ну это вообще... Хорош. Все, короче, я понял.
Видно, через 2 часа уже стоит выключать, а то я сейчас нафармлю и 1500 смертей. В общем, да. Так что... Так что все, на этом я стрим заканчиваю. Ну, потому что, ну, бывает, раз такой фарминг тупой пошел, это значит все, это значит надо отдыхать. Хотя, вроде бы, я не чувствую усталость, но... Явно. Что-то не так. Вначале же и то лучше получалось. Вот, ну так что вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Увидимся.